Всем привет, ребят. Ну что, многие из вас вчера на стримах спрашивали по поводу Мишки, просили показать Мишку. Сегодня я вам рассказать еще раз о нем, я вам о нем покажу. Только сегодня мы посмотрим еще на его скин и потестируем. Короче, герой вроде казалось бы крутой. Вот мы перекачали вчера, ему даже подашку на волну поставили. Честно скажу, с его кулдауном он не особо заходит. Плюс его единственное то, что он автопрокер. То, что он станет, ну такое. Мы пробовали, сейчас забежим с вами на волну. Пробовали его на волнах, ну честно, это не то. Возможно, на мелких волнах да, но в топе нет. Ну, я имею в виду волну АК. Вот такой вот у нас Мишаня. Сейчас мы посмотрим на его скин. Что он может, как он выглядит. Так. Надо будет кому-то качнуть уже. Вот так вот он теперь у нас выглядит, Мишаня. Разукрашенный. Поехали посмотрим на него в деле. Где-то на подземках. Что он себя представляет. Ну, по сути, только его внешний вид поменялся. Больше изменений я, честно говоря, не вижу. Сейчас пойдем на какую-то более сложную. Получает люлей от всех. На нем от хила нет. Ну, в общем, такое. 30-й прорыв. Максимальные прокачки. И, как видите, толку не особо много. Потому что у него эта атака идет раз в 6 секунд. Которая станет... То, что он имеет иммунитет, это, конечно, плюс к молчанке. К стану иммунитета... Нету, станет 10 юнитов на 2 секунды. Каждых 6 секунд это не так уж и много. А вот, поехали сейчас затестим его. Вчера пропустил на волне АК. То есть он, в принципе, казалось бы, он должен здесь очень сильно помогать. Да, он помогает. Но в частности, это первая, вторая. На третьей волне там никто не помогает. Там чисто надо ловить уже рандом. То, что он станет там некоторые цели, ну, раз в 6 секунд, это большой кулдаун, я вам так скажу. Единственный плюс то, что не заряжаются, он, точнее, скилл работает, как у малыша Ника, то есть не надо заряд. А так, по сути, не знаю, не особо мне он заходит. Плюс он, получается, дамажит этим скиллом не так уж и много, и он ближнего боя. Иноземной, то есть тоже минус. Если брать его на PvP локации, сейчас мы пойдем на лабиринт, там он тоже будет такой себе. Сейчас прикиньте, пятую волну затащим. Ну а К3 тащим, ребята, тащим. Алкафрея нет, но не факт, что мы сейчас тут успеем. Демон удачно зашел, видите, надо, чтобы демон именно заходил на этого, на Феникса. Сейчас на четвертое зайдут сбоку, просто нас развалят. Так, К3 пройдено. Мишаня тащит. Ну вот то, о чем я и говорил. Сейчас зайдут сбоку, они зашли с другой стороны. Но надо ловить удачу. То есть тут чисто волна такая, знаете, на удачу называется. Так. То есть такая вот сборка. Давайте поставим ремочку. Даже 10-я ремка, ребят. 10-10 от стана, питомец. Просто должен быть мега-мега убийца. А, давайте сначала забежим на аренку, тестанем.
И как видите, ремка дает только его скилл. Основное, второе, через 6 секунд срабатывает. Ну такое, это легкие противники. Сейчас может кто-то повеселее попадется. Ну вот его стан прошел. Вроде как. И то не все. Что-то странно. По дамагу он, ну, не особо, не знаю, дамага у него нету. Вот посмотрите, он не может убить героев без эволюции, ребят. Он еле-еле их убивает. То есть это говорит о том, что на сегодня этот герой не настолько мега крутой, как другие, потому что другие из просто сплюхи валят. Вторые эволюции и максимальные прокачки. Этот, к сожалению, ну, думаю, вы сами все видите, он медленный, очень медленный. То есть он, я даже не знаю, возможно, там на мелких левелах, так как он еще и бесплатно, можно его получить, а на мелких левелах он будет где-то у кого-то тащить. Но топы его использовать однозначно не будут, если вы там в топе каком-то, то вряд ли вы где-то его будете использовать. То, что у него ограничения, это, конечно, плюс входящего урона, но он даже танчить толком не будет. По крайней мере, я пока его не вижу у себя. Он с уклонением у нас собран, причем. И толку от этого вообще никакого. Сейчас пойдем в лабиринт, он у нас открыт. Вот герои второй эволюции стоят. Вроде, казалось бы, он должен их просто развалить. 30-й прорыв все-таки. Оккультист. Оккультиста однозначно он не снесет. Феникс и Афина осталось. Вот он застанил ее на 2 секунды. Но там дамаг небольшой. Если бы дамаг был классный от скилла, как, например, у малыша Ника там под критом просто вылетает, да, тогда было бы круто. А так... его дамага, он бьет юнитов, героев, здания он не трогает. Если был бы здание, вот бил здание, это было бы тоже довольно-таки неплохо на некоторых моментах, но, к сожалению, вот видите, его просто разобрали налегке. То есть тут с подашкой, без подашки он сливается на отражалках, тоже вариант не ахти. Поехали в забытую, посмотрим. Вот у нас есть огник. Отлично. Так, он у нас сам... Это странно, блин, что добавляют на новых героев новые скины, не делают скины на старых героев, на старичков. Почему? Вот хотелось бы именно на старых героев скины посмотреть. Так, Космо, Ронин, огник. Ну вот видите, можно его парализовать. Все. Его слили, ну, огник. Огник Ронин. Он у нас с уклонением был, со слоном. Все дела. Ну, вариант надо, такой вариант на PvP локации. Я не знаю, наверное, тут будет лучше дефный вариант. Плюс поставить питомца над хил того же самого ангела. Может быть, тогда он будет повеселее. Давайте сейчас... не пройти его, сразу же сделаю другой вариант сборки. Ожог ему 10-й влепить. Ожог так и просится. Блин, где огненка? То есть, если вы изначально сразу ему ремку не поставите, он не включит свое умение. Он будет долго набирать энергию. То есть, тоже как бы печально все. Поставите ремку, добавите ему атаки. Ну, на отражалках он будет сливаться. То есть, надо подашку. Ну, то есть, тут такое. Хотя у него там не особо много атаки, поэтому... можно особо не сильно переживать, но все же.
хоть он и танк, как и все обычно, он будет сливаться на отражалках быстро. Ну такое, в общем, единственный вариант, какой я вижу, это его собирать с огненкой против зефира еще дополнительно. Только она что-то вообще не падает нам. Вот максималка. Сюда поставим. Десятый вариант. Ну, суперсила, опять же, суперсила здесь, но особо... Это она еще дает ему набор энергии дополнительно. Ну, вариант сейчас поставим священный суд. У меня должен быть еще один. Да, есть. Давайте так сделаем, чтобы вы понимали. Какая у нас сборка была. Вот это был первый. Такая вот сборка. Она ни о чем, по сути, бесполезная. Это сам герой, сам по себе он. Не ахти. И вторая сборка у нас будет чисто... Дефный вариант. Вот такой вот плюс мы сюда еще поставим. Давайте для максимально, вот мне интересно просто, как будут пробивать героя. И второй вариант будет вот такой вот. Поехали. Поехали дальше унижать этого героя, потому что по-другому это не назовешь. Так. Стартуем против того же, против огника. Посмотрим, поможет ли нам деф фуловый. Ну вот видите, ударили, парализовали, но хоть атака проходит не такая, но все равно постепенно его сносим. Ну вот, вот пошел плюс, но он еще не включился, он еще даже не зарядился. Вот наконец-то, наконец-то он ударил, там смотр всех посносил. Но вот у него дамага в таком варианте нет, то есть он будет там станет, возможно, если его опять же не застанет, не парализуют. Потому что огник паралично кидывает, и все. И от героя толка нет. Ну, он хоть здесь держит удар. Но толку от этого, по сути, никакого нет. У него ни дамага нет. Ну, чисто танком его выпускать. Вот это единственный вариант. Чисто, чтобы он танчил. Других вариантов я пока не вижу. Надо бы зефира еще найти. Пачку застанил раз в 6 секунд, но спасет ли это вопрос. Дамага не особо много, как видите, он не убивает. То есть они, если был бы ворожай, там пачка вообще никакая, это первые эволюции без прокачек, причем он их убить не может. То есть это говорит о том, что на сегодня герой на 30-м прорыве просто бесполезный. Атакующая сборка его сливает, дефная сборка он не дамажит практически, дамажит смотр. То есть это такое, это герой для мелких там топов, да, он будет там интересен, будет хоть как-то тащить, но дальше с прохождением, ну, он просто бесполезен.
Влить в него кучу ресурсов бессмысленно. То есть, как видите, беспонтово. Сейчас единственное, я еще хочу протестировать. В рейд заскочить, посмотреть на зефире. Какой входящий урон будет. Ну, здесь миссуют по нем, конечно, но видите, сколько миссов. Че это там за зефир такой? 50. Странный зефир какой-то. У нас вроде уклонения не так уж и много. Другого найдем. Ну, толку от героя, как видите, никакого нет. Так, нам надо зефир с ладушками. В принципе, либо такой. Ну, в таком варианте он держит еще, хоть что-то держит. Можно им танковать. Это единственный вариант. Это им танчить. Но тут фуловый деф. То есть тут такой герой, который очень сложно будет пробиваться. Но толку от этого абсолютно никакого нет. Как видите, бесполезно. Блин, не могу найти зефира с ладушкой. Ну что это такое? Вот есть Франк, зефир. Смотрим. Ни хрена не видно. 50. По-моему, 50к получается. Ну вот с ворожаем он может держать урон. И чисто танчить как вариант, но я не знаю, что это даст, конечно. Надо еще хорошего ворожея иметь. И Мишка будет у вас танчить. Ну, по нему просто не попадают. А и попадают, если это очень мало. Видите, отражалка 12 тысяч получается. Нет, 12 что-то другое, 36. Странно. Ну такое вообще. Супер мега танк, но пользы от него никакой нету. Давайте в лабиринтик сбегаем еще. Так, что-то у нас лабиринт подвис. Подвис, сейчас перезайдем. Ну, в лабиринте как вариант его использовать на мелких левелах. Может, он там что-то поможет, но есть герои куда универсальные. Тот же самый Дрейк, он больше пользы даст, нежели этот. Так, давайте вторую тему, третью. Я просто его соло вам покажу. У нас гварды на первых этажах. Вот, видите, его умение срабатывает, получается. При входе в бой он сразу же станет. Как у малыша Ника, в общем. Это единственный, который плюс есть.
На PvP локациях, ну, в ZB-шке вы видели, толку от этого особо нет. Там хорошие герои с прокачками, для них этот стан ни о чем. Плюс есть питомцы, которые это все снимают. Ну, здесь, возможно, как вариант. Он плюс Дрейк, там еще что-то, что вы первым ударите. Но в топах, не знаю, честно. Вот нормальная пачка, смотрим. Он фуловый, собранный на деф. Ну, с ним еще помучиться надо. Вот опять стан накинул. Держится, не знаю. Ну, толку от этого. Может и разберет. Ну, тут... Хотя 9 героев, в принципе, неплохо. Плюс Фрея. Возможно. Но я не знаю. Качать, вливать в него кучу ресурсов ради этой локации, ну, бессмысленно, как по мне. Есть герои намного универсальные, лучшие, с которых будет больше пользы для аккаунта. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Все равно слился.